21 апреля, на градуснике плюс 17. Мы с Сашкой приехали понырять на мыса в Кохлаярве. Температура воды еще не померили, но явно меньше 10 градусов. Попробуем понырять. Вот мы поныряли, отплавали часик. Какой часик? 40 минут отплавали. Вода холодная, 6 градусов, в перчатках, в носках 5 миллиметров, холодно. Живого ничего не видели, ни одной рыбки, вообще ничего. Первый наш опыт здесь, конечно, на море, но рыбы нет. Все.